Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Есть. Есть. У меня такое ощущение, что уже звук появился. Друзья, есть ли звук? Давайте... Появился звук, все, я слышу, здорово. Ну все, значит, вебинар наш состоится. Это замечательно, потому что сегодня потрясающая тема, тема, которая интересна многим, интересна и нашему институту. Я также хочу вещать в прямом эфире, поэтому запускаю сейчас прямой эфир на страничке своего института. Добрый день, друзья, и я приветствую вас на вебинаре замечательного, замечательной площадки ММЦО. И тема сегодняшней нашей встречи – это школы и родители, конфликты или сотрудничество, возможности или ограничения. И мы сегодня будем с вами работать в течение всего часа будет возможность задавать вопросы. Я посвящу вас в эту тему, расскажу про те исследования, которые мы проводим, расскажу про тот опыт, который у нас есть. И я предлагаю стартовать. Сегодня очень много участников. Это действительно очень приятно. Коллеги, вы готовьте свои вопросы. Я постараюсь на них ответить. И давайте с вами познакомимся. Меня зовут Ченснович Наталья, я руководитель, учредитель Московского института развития непрерывного образования. Это некоммерческая образовательная организация. Я кандидат педагогических наук. И наша организация, она выбрала такое очень интересное направление, интересную миссию для себя. Это помогать образовательным организациям налаживать э, партнерство и сотрудничество на, э, вот со всеми участниками, с родителями и учителями, с учителями и детьми, с учителями друг с другом, с э, административной командой и с учителями, чтобы вот этот принцип сотрудничества, вот эта э, красота сотрудничества, она была действительно яркой, она была той главной составляющей, которой движет вообще развитие, потому что мир настолько непредсказуем, настолько уникален, как никогда до этого, очень хочется, чтобы действительно все учились налаживать вот эти партнерские связи, учились налаживать сотрудничество друг с другом. Итак, мы на площадке ММСО, у нас замечательный вебинар, и я бы хотела еще несколько слов сказать о своем институте, о той организации, которая занимается вот такими, решает такие непростые задачи, потому что, конечно, экспертность в школах она зашкаливает, и как сделать так, чтобы действительно мы работали в партнерстве друг с другом. И нам уже пять лет, мы были и победителями грантов. И э, прошлым летом э, реализовали э, потрясающий проект э, для подростков лета моей карьеры. Это по принципу такого городского лагеря, где ребята развивали свои навыки э, 21 века, а именно коммуникация, командная работа, э, креативное и критическое мышление. Э, именно поэтому я... Э, Хочу сказать, что уже пять лет мы занимаемся этим вопросом, экспертиза достаточно большая, поэтому мне хочется вас познакомить с нашими наработками и э, теми способами, которые помогут вам наладить вот это подлинное сотрудничество в своих образовательных организациях. Итак, что сегодня будет на нашем вебинаре? Я повторюсь, что мы сейчас еще и в прямом эфире в Инстаграме. Сегодня будет ну, такой обзор моделей взаимодействия семьи и школы. Мы посмотрим, какие есть вообще модели взаимодействия семьи и школы и каким образом, и какая из этих моделей является самой, что ни на есть, рабочей, самой, ну, не очень люблю это слово, эффективной, но давайте заменим его на результативный. Также мы посмотрим на Вообще вот эту технологию бесконфликтного общения и каковы же те ошибки, которые э, вообще в нашем общении, которые не позволяют нам выйти на уровень сотрудничества, потому что уровень сотрудничества, но ну, его нельзя э, запускать, ну невозможно его запустить э, в э, там в смене. Э, внешнего вида школы да это все конечно хорошо важно чтобы все было в балансе но важнее а, те слова которые вы используете то как вы общаетесь друг с другом а, и если сейчас нас слушают родители как вы общаетесь с а, коллегами как вообще если здесь присутствуют учителя то как вы общаетесь с родителями и учениками то есть а, на самом деле сотрудничество запускаете через конкретные слова через конкретные фразы Через манеру нашего общения. И я покажу вам. К сожалению, нашим зрителям вот в прямом эфире не будет до... в Инстаграме не будет доступна эта презентация, эти картинки, которые будут видеть э, люди, которые присоединились э, на э, вебинар э, на площадке ММСО. Э, вот. Но тем не менее э, сегодня я еще покажу вам вот такой инструмент, э, который поможет вам подготовиться к разговору. Э, чтобы он состоялся именно на принципах сотрудничества. И мы посмотрим на этот инструмент. На самом деле у нас инструментов огромное количество. Рамки вебинара, естественно, не позволяют. Но для этого и существуют программы обучения, наши практикумы, которые мы проводим и с родителями, и с учителями. Итак, друзья, стартуем. Хочу сразу сказать, что, ну, как человек ученый, кандидат наук, мне, конечно, очень важно, чтобы все, все то, о чем я заявляю, было основано на конкретных данных, на конкретных исследованиях. Поэтому вот я привожу те примеры исследований, которые изучила я, которые, ну, действительно, современные. Вы видите, год это 18-19 год, и действительно многие коллеги в том числе из высшей школы экономики, с которыми я сотрудничаю сейчас, они занимаются вот этим вопросом, что, собственно говоря, происходит, почему конфликты между школой и родителями существуют, почему напряжение нарастает. И в своих исследованиях, к которым я тоже отношусь с очень большим уважением, они говорят о следующем что противоречие в отношениях на самом деле появляется по причине того, что... Школу родители считают закрытой. Несмотря на то, что в законе об образовании главный принцип работы образовательной организации это ее открытость, вот родители считают ее закрытой. В чем причина? Почему? По, по разным причинам, несмотря на то, что вроде как есть и сайт, да, но вот попасть к учителю на доверительный разговор бывает очень и очень непросто. Еще данные исследований этих говорят о том, что школа не использует потенциал родителей во внеурочной работе, в дополнительном образовании. Данные исследования говорят о том, что родители не готовы, как и, собственно говоря, учителя а, и администрация взаимодействовать друг с другом а, вот в таком партнерском стиле. В основном используется стиль директивный, манипулятивный, что, конечно, э, ну, усложняет коммуникацию, усложняет взаимодействие, потому что ну, никто не хочет, э, чтобы мной манипулировали, меня использовали, да, поэтому, ну и еще одна из причин считается такая: педагоги стремятся сохранить свою профессиональную автономию, о чем это? о том, что педагоги очень, ну вот с таким трудом пускают родителей на свое поле, особенно когда родители приходят с тем, чтобы посоветовать, порекомендовать какую-либо программу, какую-либо, ну какой-либо учебник, да, или какую-либо платформу. Вот, учителя недостаточно открыты и еще не готовы к тому, чтобы слушать и слышать также рекомендации родителей. Хотя, если следовать теории поколений, которая сейчас очень популярна, современное поколение родителей ⁇ это те, которые э, очень э, любят участвовать в процессе. Их даже называют так процессники. Вот поколение... X, к которым, собственно говоря, и я тоже отношусь, мы больше поколение, которое заточено на результат. Для нас не так важно было, каким образом происходит процесс, а вот современное поколение, ну, примерные года это 82 тире 2002 год, вот поколение, которое рождено было вот в этом промежутке времени, вот о нем говорят как о процесснике. Поэтому, если вы хотите, то есть тут тоже еще один такой лайфхак, если вы хотите наладить сотрудничество с поколением Y с молодыми родителями, включайте их в процесс, слушайте их, приглашайте их к взаимодействию. Что еще говорят исследования, и это тоже, об этом тоже стоит сказать, как мы, я уже упомянула, что до очень высокой закрытой школы, нет контакта, вот этот дефицит общения, родительские собрания носят информативный характер, а родители хотят взаимодействия, они хотят быть активными участниками родители говорят о том, что не учитываются личностные особенности. Действительно, наше образование, несмотря на то, что мы заточили, вроде как, да, в документах декларируется, что личностно ориентированный подход, индивидуализация образования, но школа очень редко учитывает личностные особенности, очень редко учитывает особенности психические именно поэтому вот эта претензия родителей конечно о ней стоит говорить третий момент вот это принуждение принуждение которое в очень высокой степени развита у нашей школы. Что здесь имеется в виду? О том, что вроде как школа вовлекает родителей. Да? Она хочет, чтобы родители участвовали, но те способы, которые она выбирает для вовлечения. Эти способы относятся, конечно, к способам э, такого принуждения, что очень и очень не нравится э, родителям. Что же говорят учителя? Вот в нашей аудитории, я думаю, что есть и учителя, и родители. О чем говорят учителя? Что им, собственно говоря, не нравится в родителях? И каковы те причины конфликтов со стороны непосредственно учителей? Ну, учителя говорят о том, что администрация очень закрыта, и им достаточно сложно. Учителя говорят о том, что родители уже изначально, с негативными установками по поводу школы. Вот сразу, как только приходит, говорит, что все плохо, и вот этот негатив, он уже идет изначально. Ну и, конечно, как вы видите, и родители, и учителя испытывают вот это дефицит общения на принципах сотрудничества вот все что они говорят это что не актуальный не регулярный не интересный формат общения поэтому конечно очень важно чтобы понимать вот этот спектр спектр претензий друг к другу и находить вот эти варианты преодоления этих трудностей. В любом случае, друзья, мне было сейчас очень важно показать, что проблема существует, что действительно напряжение есть, что это не выдуманная какая-то ситуация о том, что о, да у нас все хорошо. Нет, нехорошо. Напряжение между родителями и школы есть. И об этом говорят данные исследования, которые я сейчас показала. Повторюсь, что сейчас зрителям нашим в Инстаграме не видны те слайды, которые видят все участники вебинара на площадке ММСО, но я стараюсь их озвучивать так, чтобы было все понятно. Итак, друзья, в чем же, собственно говоря, причина? И вот я обещала, что буду рассказывать про модели взаимодействия. Да, причина и вот эти данные исследования говорят о том, что мы школы и родители используем разные модели взаимодействия. Именно поэтому нам очень трудно понять друг друга. О чем здесь идет речь? Ну вот смотрите, школа живет все еще в экспертной модели взаимодействия с родителями, ну и, собственно говоря, как и с учениками. Что здесь я имею в виду? Это про то, что учителя думают и, соответственно, говорят – о том, что мы знаем, как надо, мы знаем даже лучше вас, слушайте нас, присоединяйтесь к тому, что мы говорим, следуйте нашим рекомендациям, и будет вам счастье. Ну, я так условно. В свою очередь родители говорят нам, друзья, посмотрите, посмотрите, наши дети уникальны. Я как мама хочу вот так, а я хочу вот так. Посмотрите, ведь помимо этого учебника есть еще и вот учебник. Посмотрите, помимо этой программы есть еще и вот такой ресурс. Почему бы его не использовать? Таким образом, родители а, хотят взаимодействовать в а, такой клиентской модели. А, они таким образом говорят, друзья, услышьте нас, услышьте. Но вы же для нас, вы же для детей. Ну, сделайте что-то, чтобы и нам действительно было бы интересно в, в том формате взаимодействия. Но дело в том, что, друзья, ни одна, ни вторая модель не ведет к налаживанию сотрудничества. Потому что и э, с экспертной точки зрения, ну что же я буду угождать-то им все время. Так и с точки зрения родителей, которые находятся в клиентской модели, им тоже сложно принимать вот эту экспертизу учителей. Поэтому я говорю о том, что ни одна, ни вторая модель, она не является той моделью, которая поможет наладить партнерство, подлинное партнерство. И в точке разрыва, друзья, стоит именно ребенок. Именно ребенок а, в том месте, где наши отношения разрываются. Можем ли мы себе это позволить? Можем ли мы так рисковать? Ведь школа для ребенка, друзья, ну и про ребенка. Но это, правда, тема другого вебинара, потому что действительно у нас в школе очень много для него, но, к сожалению, не, не про него. Именно в этом и являются тоже такие проблемы мотивации непосредственно детей. Но мы сегодня про отношения родителей и школы. Так все-таки, какая модель? Тогда что будет тем а, а, той а, моделью, которая действительно поможет наладить сотрудничество. В какой же модели мы можем договариваться, и как она выглядит, эта модель, и как ее можно создавать. Вот эти еще два вопроса, на которые мы с вами будем сегодня отвечать. В экспертной модели, конечно, пространство школы ⁇ это коммуникация страха. Это пространство, где люди боятся, потому что есть только один человек, знает как надо, все остальные нет. А я за ту модель, в которой школа становится пространством коммуникации цели, смысла, позитива и желания. Итак, раскрываем карты. Это действительно партнерская модель взаимодействия семьи и школы. И там есть три составляющих, которые очень важны, которые а, позволяют и отследить, собственно говоря, действительно ли а, школа а, в партнерстве с родителями а, помогает. А, администрации и учителям понять, где те точки роста и что еще важно сделать. Вот давайте посмотрим на вот такие три составляющих э, партнерской модели. Ну это, конечно, первая ⁇ коммуникация. Общение, как я уже сказала, что от слов очень-очень много всего зависит. Итак, э, конечно, это субъект-субъектная коммуникация. Этой коммуникации важно учиться. Э красоту этой коммуникации нужно познавать и тренироваться. В нашей культуре, в нашей привычке такой коммуникации нет. Я чуть позже остановлюсь на ошибках, и мы посмотрим, что в основном мы лечим друг друга, воспитываем и говорим как надо. А это, конечно, не работает на результат. Второй аспект партнерской модели – это те способы, благодаря которым мы вовлекаем родителей в жизнь школы. И если мы это делаем директивно, манипулятивно, то, конечно, это далеко не партнерская модель. Итак, что, собственно говоря, является вот этими элементами партнерской модели? Ну, в первую очередь, конечно, и это уже в школах происходит, создаются управляющие советы. Второй момент, родительские собрания. Какие они? про что они и что там делают родители. Если они просто сидят и слушают а, ту информацию, которую передает им а, учитель, а, естественно важную информацию, но это не вовлечение. Поэтому мы за интерактивные родительские собрания, и этому мы тоже мирно, а, как организация, обучаем. Второй момент – это то, как мы разговариваем с родителями, вот эти беседы как с родителями, так и с учениками в развивающем формате – это тоже один из признаков партнерской модели. Ну и, конечно, принципы модели, без этого никуда, и мы понимаем, что если есть доверие и поддержка, взаимное доверие, если есть четкое понимание стратегии, ясная цель развития школы, если есть честный диалог, если есть совместное принятие решения, и если есть ориентирование на будущее и реальные перемены, то да, друзья, у вас есть эта партнерская модель. Итак, еще раз, сейчас вот у вас на слайде для участников вебинара на ММСО и я сейчас озвучиваю для всех тех кто нас смотрит в прямом эфире несколько таких критериев показателей чтобы вы могли проверить а вот это партнерство есть у вас в школе или его нет и если есть какие то элементы то это круто а если есть какие то системные уже решения то это тоже еще еще лучше. Поэтому давайте еще раз пройдемся. Итак, чтобы проверить, если у вас партнерская модель взаимодействия семьи и школы в вашей организации, если мы про учителей и руководителей школ, то в первую очередь, то та коммуникация, как вы общаетесь, партнерство это, субъект-субъектное, или вы все-таки лечите кого-то. Да? Второе, как вы вовлекаете родителей, если управляющий совет, и как он работает. Управляющий совет, по идее, все здесь есть, да? но это какой? Это номинальный или действительно работающий, там есть принятие решений. Второй а, момент, то как вы вовлекаете родителей с точки зрения родительских собраний, что они там сидят за партами, слушают, или они активно участвуют, предлагают свои решения, есть ли беседы с родителями в развивающем ключе. Ну и, собственно говоря, есть ли доверие к школе, есть ли понимание стратегии развития организации, и есть ли честный диалог с родителями. Вот эти вот критерии, о которых я э, сейчас говорю, это такие э, четкие критерии понимания, есть ли у вас партнерство в организации или нет. Итак, э, как я и обещала, э, любое партнерство, любое сотрудничество, оно начинается с э, наших слов э, с того, что и как мы говорим. Поэтому, если у нас будет э, там, классно отремонтированная школа, будут шикарные учебные пособия, у нас будут великолепные классы, да? но не будет вот того общения не будет того слова, которое позволяет выстроить сотрудничество, то и стены нам не помогут. Потому что школу определяют не стены, а определяют люди, которые там работают. Естественно, все должно быть в балансе. Понятно, что и внешний вид тоже очень важен, но важны и люди, и то, как они общаются. Именно поэтому. Я хочу сейчас остановиться на нескольких ошибках, которые мы делаем в нашем общении. И таким образом мы разрушаем эти отношения, а не синхронизируем, как это важно для сотрудничества. Итак, коллеги, три ключевых ошибки в коммуникации. А я хочу вас пригласить к общению и тех коллег, которые смотрят нас сейчас в Инстаграме, что вы думаете? А какие это ключевые ошибки в общении? Вот про что они? Что это за ошибки? Если у вас какие-то варианты, напишите, пожалуйста. Итак, не умеет слушать. Приказная форма. Да, угу. назидатель, да, непонимание, амбиции. Так, да, 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 да. Именно поэтому авто такой авторитарный стиль, а, манера. Ага, неумение слушать, родители не хотят. Да-да-да, не идут на общение. Авторитарность. Не умение слушать. Друзья, но ну на самом деле вы сказали ключевые вещи. Да, 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 это действительно так. Итак, давайте посмотрим на эти, на эти ошибки, и вы увидите в них те варианты ответов, которые вы сейчас озвучиваете. Итак, смотрим на первую. Говорить, а не слушать. Вот вы все, многие написали о том, что неумение слушать порождает вот эту проблему в коммуникации. Да, действительно так. Да. А почему мы не умеем слушать? Да потому что мы даже не даем им сказать. Мы не слушаем, мы говорим. Более того, мы сразу предлагаем способы. Мы не говорим о смыслах. Мы не проясняем цели, почему важно. И когда вот мы, например, разбираем разные конфликтные ситуации, и мы понимаем, что на самом деле люди говорили, но они даже не поняли, чего они хотят. Они даже не договорились о предмете, вот вы правильно а, сказали, да, поэтому а, для того, чтобы запускать сотрудничество, дорогие друзья, и если нас смотрят сейчас учителя, то очень важно уметь слушать, но для, что для этого нужно делать? хватит говорить спрашивайте задавайте искренние вопросы интересуйтесь что это могут быть за вопросы мы с вами чуть позже э, поговорим потому что я еще раз говорю что э, вот мы мирно работаем на уровне слов вот что и как мы говорим вторая большая ошибка и тут тоже э, вы сказали, тоже были ответы, которые совпадали с этой второй ошибкой. Друзья, вторая ошибка – это желание быть правым, несмотря ни на что. Вот хочу и буду прав. Вот я прав. Почему? Потому что ну, чужая правда, друзья, это боль. Ну вот не поверите, это больно. И... Вот уже все тело нам говорит, что, ну, ну вот, ну вот, да, 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 это про амбиции, конечно, это амбиции наши. Ну вот уже тело нам говорит, ну слушай, ну согласись, ну прав же, ну что ты, я не знаю. Нет, да, то есть вот вот э, желание вот это быть правой. Причем, друзья, это же ошибка и со стороны родителей и со стороны учителей. Я сейчас говорю в общем ошибке в нашем общении. Неважно, с кем вы общаетесь. Общаетесь со своими собственными детьми, со своими любимыми, с мужьями или женами. Общаетесь вы с родителями, общаетесь с коллегами. Я в целом говорю сейчас про те ошибки, которые не дают нам наладить вот это сотрудничество. И если вы видите, что в общении с вами второй человек а, вот в этом поле ошибок, да, то задавайте себе вопрос, что мне для этого важно сделать, для того, чтобы а, по минимуму было этих ошибок. Третья ошибка, о которой мне тоже хочется вам сказать, это действительно создать заранее искаженный образ собеседника. И это очень такой непростой, я скажу так, непростой выход из вот этой ошибки, потому что мы все время с определенным предубеждением идем на взаимодействие с кем бы то ни было. Ну вот что мы думаем про родителей? И это тоже уже звучало в чате, мы думаем про них, что они. Ну кто? Не. До. Ну что они могут? Да у них вообще нет времени. Также и родители, приходя в школу, они уже изначально создают этот искаженный образ. Ну что это школа? Да она все равно никого не, 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 не учит ничему и так далее. Друзья, это третья ошибка. И когда мы создаем вот этот искаженный образ, уже изначально у нас, понимаете, появляется вот это желание лечить кого-то. Мы будем их лечить, мы будем их воспитывать, мы будем их переделывать. Именно эта ошибка не дает нам с чистого листа посмотреть на человека и понять, а что он хочет. В чем его, собственно говоря, боль? О каких смыслах он говорит? Это третья ошибка, которая очень а, такой, играет злую шутку с нами, к сожалению. И я хочу у вас спросить: скажите, пожалуйста, коллеги, а кто в школе больше всего, ну, так, немножко по-другому, кому в школе больше всего быть? стоит быть заинтересованным в этом сотрудничестве. Кому в школе? Да. На самом деле, конечно, всем, но в большей степени, друзья, учителям и руководителям школы. Потому что несмотря на то, что э, вроде как, ну понятно, что мы хотим, чтобы все, да, был мир во всем мире и так далее. Но ждать, пока мы будем ждать, что родители придут к нам за, там, придут к нам уже с сотрудничеством, уже придут с этим партнерством, пройдет время. Это наша профессиональная задача. В профстандарте педагог, в законе об образовании, во ВГОСах. Вот эти ключевые слова про сотрудничество, про налаживание сотрудничества, друзья, это наша с вами профессиональная задача. Поэтому в идеале всем, безусловно, выигрывает ученик, безусловно, если мы в партнерстве. Но нам с вами надо стартовать в этой задаче, отслеживать свои ошибки и что-то делать. И вот сейчас мы переходим уже к этому этапу, как как это делать что конкретно поможет учителю избежать этих ошибок и э, сделать хотя бы первый шаг к сотрудничеству вот первый шаг да вы пишете сейчас в чате что э, классному руководителю это действительно так это ключевая роль классный руководитель это э, для меня это фигура изменений. Это ролевая модель, модель общения, ролевая модель поведения. Действительно классный руководитель, и я э, рада, что э, сейчас э, вот эта позиция в школе э, начинает э, звучать иначе. Что это не человек, который информирует, информирует а да? это человек действительно с очень высокими э, задачами. Ну что, итак, переходим к следующему этапу. И я хочу предложить вам вот такой инструмент, который поможет вам подготовиться к диалогу, к разговору, а также поможет вам двигаться во время разговора. И повторюсь, что зрителям в Инстаграме пока недоступна эта схема. Я ее буду озвучивать, поэтому все нормально. Итак, друзья, весь наш разговор, он а, находится вот в этих а, четырех а, зонах. И мы с вами можем а, говорить. И каждая из этих зон, сразу хочу сказать, а, она важна и она уместна. Нет ни одной зоны общения, а, которая бы о которой можно было сказать. Но об этом не, не надо говорить. Нет, конечно. Поэтому сейчас я буду рассказывать вам и буду приводить вот эти примеры того, как мы можем двигать разговор именно к сотрудничеству. Где это сотрудничество и что и как мы можем говорить друг другу вот э, я сейчас делаю небольшую паузу вижу в чате много э, комментариев по поводу психологии о том что изучает психологию и так далее да действительно психологию изучает но я вам точно могу сказать как эксперт который э, работает и со студентами в том числе никто еще нет такого курса в педагогических вузах, который бы учил говорить. Есть предметы ораторское искусство, даже есть предмет конфликтология. Но то как говорить, на уровне слов. А если он это скажет, то я что ему и так далее. Таких предметов очень, ну, скажем, мало. Может быть, я не все знаю, но то, что мне доступно, они, к сожалению, не учат. Поэтому, друзья, не нужно каких-либо претензий к учителю, потому что его просто этому не учили. А это скорее точка роста наша с вами с тем, чтобы учиться говорить иначе. Итак, давайте еще раз мы э, окунемся вот к этому разговору и что сделать, чтобы разговор был максимально э, разговором на принципах сотрудничества. Итак, мы с вами можем говорить, то есть все наши разговоры, на самом деле, их можно разделить на четыре категории. Итак, мы говорим про прошлое, это тоже уместно. Ну, когда это уместно? Например, когда мы что-то вспоминаем, да, когда мы что-то анализируем и так далее. Когда это уместно? Ну, например, на а, педсоветах, когда мы подводим итоги. Да? А, еще а, следующий а, тип наших разговоров – это когда мы а, мы говорим, но говорим про будущее и говорим только мы, и мы призываем других а, в, к тому, чтобы, а, ну, например идти за нами, объясняем эту стратегическую цель, говорим, что вот будет так и так. Да? Мы говорим, еще третий тип разговоров, мы про прошлое слушаем. Когда кто-то вспоминает, а мы с вами слушаем, что же он говорит. И есть четвертый тип разговоров. Четвертый тип ⁇ это я. Я слушаю, как мне кто-то рассказывает про будущее. Вот скажите, пожалуйста, вот они, четыре типа наших разговоров. Действительно, в одном разговоре мы можем перескакивать из одной зоны в другую. Это такая очень гибкая модель. И такой вообще разговор для меня это такой ювелирный танец, изысканный танец. Когда мы говорим, слушаем, что другой говорит, возвращаем ему и так двигаемся, двигаемся к этому сотрудничеству. Скажите, пожалуйста, вопрос следующим. В каких из этих зон больше всего сотрудничества. Вот есть четыре зоны. Говорю про прошлое, говорю про будущее, слушаю про прошлое и слушаю про будущее. В каких из этих зон, четырех зон, больше всего сотрудничества? Да, 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 друзья, именно, именно, да слушаю про будущее, про будущее, про... говорю и слушаю про будущее, да, именно так, вот больше всего сотрудничества именно так. Еще раз, друзья, повторюсь, что вот эта модель, она не про то, что говорить про прошлое не надо, нет, конечно, и всему свое время, и тут главное уместность, но если мы хотим выстраивать сотрудничество, друзья, сотрудничество это всегда про будущее, именно поэтому слушаю про будущее а мы с вами говорили что ошибка наша в общении еще и в том что мы очень много говорим мы не даем сказать другому поэтому если мы хотим запустить вот это сотрудничество нам стоит больше слушать и больше слушать про будущее прошлое оно уже прошло там уже там нет сотрудничества в прошлом в прошлом есть упреки претензии в прошлом есть а, недопонимание а сотрудничество и решение есть в будущем. Итак, друзья, вот эта модель. Давайте с вами посмотрим, как с помощью этой модели вы можете готовиться к разговору или двигаться в разговоре. Когда вы готовитесь к разговору, очень важно, конечно, понимать где будет ваше движение и в каких из этих зон вы будете непосредственно э, общаться если у вас задача про сотрудничество то конечно большой акцент важно делать на слушать про будущее и э, еще вот такой вот момент у нас друзья нет культуры э, нет культуры подготовки к разговору ну нет. У нас почему-то действует вот эта спонтанность разговора, а еще лучше себя накрутить, додумать в минус, и тогда вот с такими, значит, эмоциями мы идем на разговор. Так вот, друзья, к разговору, особенно к разговору в сотрудничестве, важно готовиться. Как готовиться? И вот вам подсказочка, что можно делать. Вот те вопросы, на которые важно ответить, когда, когда вы готовитесь к разговору. Если, если. Да, вот смотрите, Елена пишет, огромное спасибо в определенных ситуациях, и прошлое ворошить, конечно, не, и без него не будет будущего. Именно. Именно. Иногда вы знаете, вот, ну, мы много обучаем учителей, работаем с ними именно, а, а, вырабатываем новую привычку говорить и говорить слова. Мы даже тренируем фразы, которые помогут остановить нашего собеседника а, в этих воспоминаниях, да? Ну и, например, вот такая фраза. Ну как то, что мы с вами, ну, скорее вопрос, как то, что мы с вами все время говорим про будущее, про прошлое, про какие-то проблемы, поможет нам двигаться дальше, смотреть вперед ставить новые цели, да? и так далее. Ну что, итак, когда вы готовитесь к разговору или когда вы в целом слушаете и ведете этот разговор, потому что, конечно, готовиться к разговору здорово, но иногда бывают спонтанные разговоры, когда просто вот, ну, раз из разговор состоялся. Поэтому эта модель у вас должна быть в голове. Итак, какие вопросы вам важно себе задать для того чтобы подготовиться к разговору первое если это важно и важны какие-то факты из прошлого то конечно вам нужно сказать и задать себе вопрос о том о чем я буду говорить какие факты и аргументы я буду приводить да? опять же вам важно спросить себя а о чем вы будете спрашивать что вам важно прояснить вот в этом разговоре и если у вас стоит задача налаживания сотрудничества, пожалуйста, задайте себе вопрос о том, о чем мы будем договариваться, что мы будем говорить. И подумайте о том, какие могут быть ваши предложения, какое ваше видение. Но лучше всего об этом видении спросить вашего собеседника. Потому что э, в разговоре, повторюсь, если это про сотрудничество, то важно давать вашему собеседнику слово. А ваш инструмент какой? Какой главный инструмент учителя в разговоре? Как вам кажется? Да, уши слушать, конечно, что говорит собеседник. А еще, друзья, вопросы вопросы, жесты мимика, это тоже очень важно. А еще вопросы. Мы разговариваем с вопро вопросами, но это не вопросы допросы. Это искренняя заинтересованность, искренние вопросы, и вы присоединяетесь к этим решениям. Если трудно вашему собеседнику решение какое-либо предложить, то очень важно иметь вот этот э, запасной вариант и что-то предложить но опять же друзья бойтесь быть советчиками потому что э, если вы советуете таким образом что э, вот только так вот делайте так, Понимаете, мы не можем быть советчиками по жизни другого. Мы можем быть советчиками в том, как, ну вот я как лингвист, я точно могу сказать, как построить фразу в present perfect. Понимаете? Это я могу сказать, но я не могу сказать, как жить другому. Поэтому нам важно, чтобы они становились авторами своей жизни. Нам важно, чтобы они давали варианты ответа. Именно поэтому наш главный инструмент ⁇ это вопросы. Ну что, друзья, вот такой инструмент, который поможет вам готовиться к разговору, к разговору в сотрудничестве. Вот такой инструмент, который поможет вам изысканно э, разговаривать, вот вести вот этот изысканный танец в беседе, понимая, что если вам важно э, сотрудничество, то слушать и про будущее, и про будущее, отслеживать в разговоре. Эм... Еще вот такой вопрос, и мы перейдем к небольшой рефлексии. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще длится идеальный разговор, как вам кажется? Вот идеальный разговор, сколько он длится? Семь минут, три, пять, еще, еще, вечно. Ой, Да, 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 да. на самом деле 20, максимум 30 минут. 20 минут – это идеальный разговор, больше не надо. Потому что, может быть, вы замечали, как, когда мы долго разговариваем, мы начинаем говорить об одном и том же. Вот по кругу, по кругу идет разговор. Да, поэтому вот до 20 минут это действительно... Да, 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 мы начинаем повторяться. Да, либо уходить от вопроса и так далее. Ну что, друзья, вот такой инструмент. Я сегодня поделилась с вами теми моделями, которые мы используем во взаимодействии с родителями. Я поделилась с вами результатами исследований и пониманием того, что есть модель партнерская. Я показала вам тот инструмент. Этих инструментов очень много. Мы этому обучаем. Наша команда Мирно. Заходите к нам на сайт. Я приглашаю вас и к нам в Инстаграм, и в Фейсбук. Вы можете лично, контакты любые, пожалуйста. Мы помогаем школам. Мы онлайн сопровождаем команды школ. Мы обучаем учителей, воспитателей говорить, как говорить в сотрудничестве как избегать конфликтов а налаживать сотрудничество поэтому а, звоните приглашайте а, мы всегда рады помочь и вот особенно вот в этой ситуации изоляции когда а, мы не видим глаз друг у другого как писать чтобы нас слышали и я хочу спросить у вас о чем был для вас этот мастер-класс какие у вас мысли какие у вас чувства Пока мы еще находимся в Инстаграме, вот э, друзья на площадке ММСО начинают писать. Э, я хочу спросить у вас, что вы чувствуете сейчас? О чем вы задумались? Какие у вас мысли? О внимании друг друга вы говорите? Прошу, э, ой, спасибо огромное, что вы э, благодарите меня. Эмоции, так, желание попробовать. Вот это самое главное. О правильных отношениях, о заботе и понимании. Еще я видела и слышала, что вы говорите, что любой разговор должен идти из сердца. Это действительно так. Захотелось на работу. Чувствую, мысли прекрасные. Поддержка. Спасибо. Спасибо. Действительно, можно и нужно а, добиваться вот этого сотрудничества. Действительно, есть. А, вот этот инструмент, он реально работает. Реально, его можно использовать. Друзья, еще я прошу вас использовать этот инструмент не только в работе, а в своей жизни. Со своими собственными ребятами, детками со своими, с мужьями и женами. Ну что, мы все перетираем какие-то старые обиды, идем вперед. Делаем все возможное, чтобы у нас было вот это сотрудничество. Мы вместе. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. И у нас есть небольшой промежуток времени для вопросов. Вы можете как в Инстаграме задать мне вопросы, так и здесь. Какие есть вопросы? Эмоционально, позитива. Отлично. Это мой... Понимаете, я также хочу, чтобы родители уходили от вас с такими же эмоциями. Я также хочу, чтобы они хотели к вам вернуться. И что для этого нужно? Итак, ради будущего, ради детей. Именно так. Какие у вас есть вопросы, друзья? Если есть, я готова на них ответить. Много очень комментариев. Я вижу много слов благодарности. Я приглашаю вас в наш Facebook, наш Instagram. Я приглашаю вас в наш личный Facebook, потому что тоже очень важно. А еще я хочу сказать, друзья, что мы проводим бесплатные, совершенно бесплатные диалоговые площадки для наших учителей и родителей. Я отправила сейчас ссылку, пожалуйста, регистрируйтесь, это очень важно, и приходите к нам, приходите к нам учиться, я э, буду очень рада. Наш сайт очень простой, мирно, мы вас ждем. Спасибо большое, друзья, всех тех, кто был у нас с нами в Инстаграме. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами на вебинаре. Я благодарна вам за внимание, жду ваших заявок и жду ваших регистраций. 1 мая мы будем говорить про тему труд или как воспитывать созидателей. Спасибо, друзья, всего хорошего. До встречи.